Хей, йога, с вами Шимки, и мы продолжаем проводить игру под названием Тенирум. Ну что, в принципе, мы закончили с вами первый акт, а мы добрались в свой... Или это не наш дом? Ну, короче, мы вернулись в дом, куда нам попросили вернуться. Отца своего, да, дом отца. Но мы поняли, что город просто пуст. И мы должны разобраться, в чем же причина. Мы нашли с вами ключ от банковской ячейки, поэтому, походу, идем сейчас в банк. Пытаться найти хоть какие-то... Так, денежный след. Проехав по абсолютно пустому городу, вы прибыли к местному банку. Может, содержимое банковской ячейки прольет свет на происходящее событие? Но фиг его знает. Так, там мне интересно. Значит, на крышу мы можем подняться только по лестнице. Внутрь мы так не попадем, да? Старые газеты выпущены почти месяц назад. То есть все, что здесь произошло, произошло месяц назад закрыто. Нужно найти другой способ попасть внутрь. Фу, ну и запах. Лестница сломана. Я не могу дотянуться. Колеса заржавели, плохо едет на крышу. Закрыто. Часть устройства. Вот еще часть устройства. City Life. Городская жизнь. О, ломик. Ага, подожди, то есть... Вот, тут что-то есть. Я просто на это нажимал, он почему-то не реагировал. Походу, я могу это сломать. Как раз три штуки у нас, да? Окей, теперь что нам надо сделать? А, ну типа, объединить просто всю систему, чтобы она... не расходилась. В принципе, это легко. Кажется, что-то открылось. Ну и в головоломках, в принципе, шарю. Поэтому я не думаю, что... Ну, они довольно еще примитивные или легкие. Тут именно таких каких-то желтых. Жестких ребусов нету. Буква Е. Либо это 3, как и во всех комнатах. Есть выход на крышу. Холл, второй этаж. Так, это типа третий этаж, я понял. Заблокировано, заблокировано. Заблокировано. Второй этаж, туалет закрыт. Опа, стоять. Время, деньги. Хорошо, это движется. Снова закрыто. Двойка. Может быть, это время. Хотя это нумерация этажей, скорее всего. Первый этаж. Красная дверь закрыта, значит, нам нужно где-то еще ключ. Пустыни активные. Здесь ничего интересного. Что у нас по ящикам? Колье. Там больше нет ничего ценного. Ну слушайте, чтобы там просто так лежало колье, ну это очень странно. Часы показывают неправильное время. Неправильное время. То есть есть правильное время. Компьютер. Введите ключ для доступа к хранилищу. Ясно. Подсказки, если есть, мы их использовать не будем. Папка.
Закрыто. Походу, это и есть хранилище. Хотя, может быть, и это хранилище. Ладно, самое, что мы можем сейчас сделать, это запомнить, сколько время. Лево и под углом. Так, кажется, что-то открылось, дверь открылась. Так, компьютер показывает циферку 3. О, Пакмен. Отсылочки. Отсылочки и пасхалочки я люблю в играх. Ключ. Так, различные финансовые документы. Еще одна папочка красного оттенка. Заставка. Заставка, которая показывает 3. Если смотреть по серому, будет 1. Восемь. Но если вот так смотреть, 8. 0, 1. У нас 4 цифры есть. Ого, что? Игрушка. Может, мне нужно в какой-то последовательности позакрывать... Опа, стоять. Там украшения есть. Ну так, странная расстановка предметов. Согласен. Как будто это и есть код, чтобы открыть. Это типа, знаете, найди или исправь отличие. Нас не хватает. Нам нужно еще одну книгу красную. У нас есть ключ от туалета. Вот что у нас есть. Ладно. Так, холодная вода. Кажется, здесь чего-то не хватает. Переключателя крана. И горячая вода. Вон последняя книжка. Так, нету воды. А я могу просто раскрутить туалетку? Слишком высоко. Мне нужно, короче, стул или что-то типа того. Я вижу, там что-то лежит. Золотистого оттенка. Еще один ключ. Короче, воды вообще у нас нету. В ведре у нас тоже пусто. А зеркало мы можем посмотреться? Нет. Хотя нашего персонажа так показывают. Так, ладненько, давайте тогда начнем с комнаты. Так, игрушка. Так, 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 так. Здесь все есть. Дальше книги. Синяя. Так. Какое-то окно. Ох. Отвертком. Пятизначный пароль. Ух ты ж, ё-моё. Так, ну это отсек с ячейками, одна, которая открыта. Надеюсь, это не наши. Цифры 3, 2, 1. Возможно, это пароль, либо это просто цифры. Вот это мне интересно. Это что-то же значит. 1, 3, 3.
Где-то мы с вами много видели, где много цифр. Так, 1, 3, 3, 2, 1, 1, 2. Запишу на всякий случай, может быть пригодится. Там закрыто, ключ откроется, не открывается. Это откроется, не открывается. Отвертка нет. Так, хорошо. Код у нас все равно этот не подойдет, так как тот код семизначный. Здесь у нас только пятизначное число, может быть. Хорошо. А, подожди, компьютер не включается. Может быть, на компьютере что поменялось? Нет, заставка как была, так и осталась. Так, погнали на первый этаж. Ключ. Это чтобы наверх подняться. Здесь нет ничего интересного, но здесь есть краски. Ну слушай, мне кажется, не зря же мы просто так их переворачиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Там было сколько у нас пароль? Пятизначный, да? Ладно, с цветами... Блин, почему этот не берется? Удлинитель. Опа. Опа, вентили. Так, мы уже с вами можем пойти тогда в туалет. Так, теперь сюда поставим этот и открутим. Чё? Ладно. Давайте запустим тогда воду. Запустим воду, которую у нас по сути нету. Вопрос остается открытым, для чего? Как вероятность, это может быть последовательность. Но снова же, горячая... Что, последовательность чего? Включение воды. Последовательность... так сказать, включение-выключение вентилей. Вот это, по сути, что-то должно, по идее, значить. Подожди. Пять цифр. Скорее... Ну, там синих пять цифр, а не достающих именно печатных цифр. Пусть... Пускай это будет клавиатура. Пятерка работает, это шестерка. В какой мне нужно последовательности? Если же мне нужно заполнить то, что не хватает, тогда здесь будет только три цифры. Если же мне нужно использовать те, которые сейчас у нас присутствуют здесь. Давайте по порядку. 9-2. Сначала сделаем так. Нет. 9-2. 48. 7. А по-любому это как-то нужно использовать. Вопрос, в какой последовательности, в каком направлении.
Подожди, давай. 1, 2, 3. Ах ты ж, ё-моё. Короче, 2. Найс, ручка. Записала. 4. 5, 6. Пять, шесть, семь, восемь, девять, ноль, один. А нет, смотрите, если у нас еще нолик есть, тогда это тоже не подойдет. Давайте попробуем последовательности, как оно здесь находится. Так, это что мне надо? 92. 92. 48. 48. И 7. Нет. Проблема в том, что я не понимаю, в какой просто последовательности мне нужно все это делать. Слушайте, а здесь я, похоже, уже все. Затуп. 9. Но это не кодовая система. Сколько здесь цифр всего используется? 1 нету. 3 нету. 1 нету, 3 нету. 4 есть, 5 нету. 6, 7, 8. А, ну да, все. 3 правильно, цифры нету. Ну просто в какой последовательности, если что, я должен вообще нажимать? Для чего? Я понимаю, что ввели вот это. Но что я должен использовать? В какой последовательности? У нас больше ничего, да, с кодом не связано. А, стоять. Как вариант. Сейчас мы спустимся на первый этаж. Возможно, вот это оно и есть. Это, подожди, я должен создать ключ, который... 1, 3, здесь 5 цифр. Так, хорошо. Значит, с ключом может быть связано то, что было на изображении. Хотя здесь нету никаких подсказок, ячейки не отмечены, никак не помечены. Ладненько. Мог быть как вариант вот это, но нет. Так, ну в принципе у меня возникают трудности, потому что я не могу осознать и понять, что мне делать. На ключ я посмотреть не могу. А, подожди, а сколько могу всего полосочек сделать? А ну-ка, сейчас попробуем. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все. Возможно, это оно и есть. Пускай будет последовательность. Сверху вниз.
Тогда у нас будет 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, здесь 2. Здесь 4. Здесь 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Чё? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, ну да, на один меньше. Нет, нихера. Ладно. Коробки, ничего. Свет здесь выключается. Опа. Ага, тут ничего такого нету. Давайте сходим на крышу, попробуем. Но снова, мне кажется, здесь ничего нету. Это нужно... Или есть, подожди. А что ты отмечаешься? Или это потому, что я деталь подбирал? Не, фиг его знает, ладно. Очень странно, 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 странно. Пойдем посмотрим, что в туалете. Может, в туалете что-то есть. Ладно, нету. Так, короче, здесь ничего. Здесь... Короче, у нас всего есть ключ, и у нас есть система до херни. Нет, это уже не подходит. Что может быть паролем? Для чего нам показывается экран? Экран может быть просто так. Короче, ладно, запишу цифры, которые мне просят. Так, 9 здесь, 2, 4, 8, 7. Крестик типа не нужен на шестерке. Ну, здесь смысл что-то подставлять. Ну, окей, здесь точно не 3 будет. Уже не 3. И точно не будет 5. То есть 3, 5 у нас отходит, и остается у нас 1. Один. А сейчас попробуем. Один у нас отсекается, остается 5 рим. Здесь 5 не может быть, только 3. Ну и нижний, понятно, 5. Готово. Но вопрос только теперь, для чего мне это?
Если они хотели мне... А, пятерки не... пятерка нигде не используется. Ладно, давайте возьмем подсказочку. Да, давай. Полетели. Вот, оказывается, зачем мы в туалете делали этот. Короче, мне нужно включить воду. Осталось только понять, какая вода идет, горячая либо холодная. Изображены часики. И все, в принципе. Короче, почти 12. Там немножко больше 6. Вот. Теперь что-то новое. 59.047. Осталось понять, куда это используется. Но по-любому в этом кабинете. Осталось понять, в правильной комбинации, либо же нет. 59.047. Так, ладно, если типа мне нужно в правильном порядке, тогда 59. 0.47. Хорошо, есть папочка. Финансовый отчет. Угу. Угу. А вот и наша финансовая шкала. Первая не доходит 10, значит, это у нас 9. Первая 9, вторая 2, третья 7, 8, ну и там у нас 4. Хорошо. А, она у нас с собой идет. Ладно, еще лучше. Первый этаж. Так, ну, в принципе, 9 правильно, 2 правильно. А вот дальше неправильно. Семь, восемь. Ну, смотрите, в принципе, я почти угадал. Откуда я вообще эти цифры взял тогда? Ладно. Так, ключик. Старая газета, выпущенная почти месяц назад. Найди ключ. Окей. А, типа, где не хватает цифр? Для этого нам нужен был этот ребус. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ладно.
шестизначное число. У нас шестизначное число не используется. Вспоминай. У нас шестизначное число только было в прошлой серии. Откуда мне знать? А подожди, у меня желтый ключ. У нас были... Нет. И здесь тоже как бы нет. Ну, больше дверей у нас нет, как бы. Для чего мне ключ? По крайней мере, даже если я знаю, чего мне ключ, но я не знаю, как мне... Что мне дальше делать? Возможно, ну, шестизначный код. А, у меня ни газеты, больше ничего нету. Все. Что это же... Тоже не использовал. Я это уже использовал, значит, я это использовать не могу. Значит, где-то нужна подсказка иная. А, что это такое? Запросы закрыто. Просто доступ. Ясно. Для чего мы включали вот это? 3, 2, 1. Все, ничего об этом не говорит. Рабочий стол. Ладно, это просто рабочий стол. Заставка. Ага, стоп. Ну здесь 7 цифр. А ключик? О-о-о. Ага. Типа это сложение. Ну, хотя бы я нашел то, что нужно было. Там все равно. Так, ну я и так могу увидеть. В принципе, первый это нолик. Пятерка. Тройка. Это что такое? И если это соединить, это будет девятка, которая смотрит в другую сторону. Это сюда, это сюда. Ноль. Это сюда. Пять. Это сюда. Три. Это центр, это верх, 9. Все ясно. Это влево, это вправо, это 2. И это 6. Найс! Так, это как раз где мы были. О, нихера себе оружие. Нужно смотреть с другой стороны. Кэш, деньги. Неплохо. Вопрос, для чего мне это? Почему я ничего не могу здесь сделать? А, то есть теперь я должен искать ячейку.
Ладненько, давайте смотреть. Первое значение – это цифра. Ну, один. Вторая цифра – это ряд. Короче, один, второй ряд и три – это что, типа вниз? Ну вот, два ячейка, а, 0,2. Вот это. По идее, в... Так, три – это вот это, 0,2 – это. Церковь Редклифф, Old Stones 12, Питерстоун, 50 тысяч зеленых. Разработка устройства, Афлинч. 50 тысяч? Это большая сумма. Что же он до сих для них сделал? Нужно будет это узнать. Да, нужно для это узнать, нужно проверить церковь. Да, было долго, сложно. Крупная сумма выписала чеком от местной церкви. Ну, Филч, кто это? Ну, думаю, тогда на следующей серии мы и продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.